Такое есть только у нас. Приморский липовый мед, шоколад, мороженое и другие продукты питания стали частью Харбинской торгово-экономической ярмарки. Также на витринах биологически активные добавки из даров тайги и океана, продукция лесопереработки, эко-игрушки, пиломатериалы, текстиль и многое другое. Жители нашего региона постарались показать все возможности своей малой родины. Жители Поднебесной охотно пробуют и покупают, а еще активно участвуют в развитии нашего региона, вкладывают средства в экономику и крупные предприятия. В Приморье уже реализуется 42 проекта с участием китайского капитала на сумму 7 миллиардов рублей. Об этом губернатор Олег Кожемяка сообщил на первом российско-китайском форуме инвестиционного сотрудничества и рассказал о ближайших планах. До конца 2023 года будет создана международная территория опережающего развития. Ее особенностью будет действие не только российского, но и зарубежного законодательства. Там будут признаваться промышленные и строительные стандарты стран-участников поставщиков технологий. Еще одна цель визита губернатора в Китай – проведение деловых переговоров с представителями городов провинции Хэйлунцзян, потенциальными инвесторами. Нашу делегацию достойно встретили в транспортно-инвестиционной корпорации, которая занимается строительством и обслуживанием дорог, известна в сфере технологий и инноваций. Руководители организации выразили желание вкладывать деньги в приморский бизнес. Глава региона отказываться не стал. Тем более, что опыт, технологии и ресурсы компании могут пригодиться в завершении нескольких крупных проектов. На территории Приморья модернизируются три перехода. Это Марково, это Пограничник и Краскино. Два перехода связывают нас непосредственно с провинцией Хэйлунцзян. Визит в Китай оказался продуктивным. Обе стороны надеются на новый импульс в сфере сотрудничества, укрепления экономических, культурных, дружеских связей между государствами. И теперь уже мы приглашаем гостей в свой регион. В сентябре в краевой столице пройдет Восточный экономический форум – главная инвестиционная площадка Дальнего Востока России. В числе участников ждут делегацию из Поднебесной.